Вот такая вот порция бешбармака с кониной, 450 граммов, стоит всего-навсего 390 рублей. Посмотрите, как много здесь мяса, лапша, это домашняя лапша. Пропитано все это вкуснейшим бульоном, чуть-чуть пересолено на мой вкус, но это всегда же дело вкуса. Вы же на канале «Вкусовщина». А так я считаю, что это прекрасное завершение любой трапезы. Даже если вы не в Кыргызстане, а в Москве, как я.